Всем привет! Нахожусь в районе строительства станции метро Аэродромная. И это вход на строительную площадку. Тут схема и паспорт объекта. Вот. Ну, зайти туда, наверное, не получится. Показать тоже. Вот. Покажу просто то, что есть. Вот. Первый участок третьей линии Минского метрополитена от станции Корженевская до станции Юбилейная с электродепо. Третья очередь, второй пусковой комплекс, станция Аэродромная. Вот. Начало строительства март 2019 года. Ну и в этом году уже планируют закончить. Это в 2023. Вот. Сейчас пойду покажу вам остальные станции. Там их две еще.